От медицинских проблем до приобретения новогодних подарков детям. Волжские депутаты из фракции ЛДПР провели прием по личным вопросам. Вместе с ними просьбы горожан выслушала и Екатерина Караваева. 75-летней Евгении Сафроновой срочно требуются зубные протезы. Есть городская программа, по которой можно оплатить полную стоимость лечения, а затем муниципалитет вернет потраченную сумму. Однако Евгении Александровне это не подходит. Пенсия у нее чуть больше 4000 рублей. На просьбу пожилой женщины помочь депутаты от ЛДПР ответили положительно. Уже в начале нового года Евгения Александровна получит новые протезы. Сейчас она проходит лечение в нашей клинике. Это лечение будет оказано ей бесплатно, на благотворительной основе. И мы рассчитываем, что где-то к концу января зубоврачебная помощь ей будет полностью оказана. Педагог Светлана Калугарова из социально-досугового центра «Атлант» просит за своих воспитанников. В основном это дети из малообеспеченных семей. Ребятам нужны новогодние подарки. Депутаты заверили, без презентов не останется ни один ребенок. Разбирать вопросы оперативно и по существу. Такова задача приемов по личным вопросам, уверены волжские либерал-демократы. Все обращения, которые сюда поступают, они не остаются без внимания. Каждое обращение мы регистрируем и доводим до логического завершения. Здесь мы пытаемся локально решать какие-то вопросы, переводить их в другое русло, вести разъяснения для граждан. Это на самом деле очень важно. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».